Раскорее нет снега, они делают искусственный снег и искусственный лед. И вот здесь дети катаются на коньках. Вот сейчас одна партия вышла, и вот, видимо, сейчас другая партия зайдет и будет кататься. Музыка также играет. Искусственный снег. Диан, смотри. Реально искусственный. И лед искусственный. Вот. Потому что во всей Корее нет снега вообще. В этом году аномалия. Обычно снег зимой бывает. Кататься умею. Ну да, что-то катается. Какая-то, честно, вообще оставила. Но вот выехала машинка. Видимо, привести лед в порядок. Бедняжки, они стоят, ждут, когда им разрешат выйти на лед. Здесь у них все сделано, вон шатры, где можно переодеться, взять на прокат коньки. Ну вот что-то чистит или заливает, потому что это же все искусственное. Это вот они этим трактором, водичка там вот льется, это они воду поливают, чтобы он такой, видимо, чтобы на застывание. А вот те дяденьки, все с синими ведрами, они искусственный снег набрасывают. Вот они, я представляю, они Олимпиаду будут искусственный снег вырабатывать. Это будет вообще весело. Вот сейчас мы даже поближе подойдем. Вода здесь тает, реально тает, а вот они ждут своего льда. Это искусственный лед. Искусственный снег. Я держу искусственный снег. Ха-ха. Вот он, искусственный снег. А вот здесь место, где делают искусственный снег. Вот в этом бараке изготавливают. Это искусственный снег. Вот они берут искусственный снег, ищут дырочку. Вот он заливает. Вот так раз-раз. Сейчас он лопатой прихлопнет. Вот он прихлапывает лопатой, вот, и ждут они, пока это все застынет. Видимо, там провода какие-то, да, которые замерзание делают. Вот они вот так. Ну и вот все корейцы, бедняги, ждут своего звездного выхода. Ну, ребята, вам удачи. Долго будете ждать, пока вам там замерзнет все. Вот здесь. У них зона проката. Обязательно на голову нужно одеть шлем. Камеры хранения. Вот одевают коньки. Но я бы сказала, что коньки очень удобные. Это вот коньки, вот, которые вот, мне не нравятся вот с этими заклепками. Вот обычные фигурные коньки, вот, особенно для девочек, у нас в России намного удобнее. А вот эти пластмассовые, я сама не люблю коньки. У них даже этих нету моментов, как они штучки-то называются. Вот так вот они ждут своего звездного выхода на лед. А вот такая очередь идет на прокат коньков. Они, кстати, очень такие терпеливые. Вот они, допустим, вот в кафе, в торговых центрах, у нас если большая очередь, мы туда не идем. Они стоят, стоят, пока другие поедят и ждут своего часа, чтобы покушать в огромной очередь. Откуда у них столько терпеливости, я вообще не понимаю. Вообще нетерпеливые. Вот там вот коньки и вот такие огромные очереди.